На страже безопасности продовольствия Рослихознадзор стоит вот уже почти 10 лет. 2013 год не стал исключением. Специалистами службы проведена колоссальная по объему и эффективная по результатам работа по всем направлениям деятельности. Безопасность продукции, как отечественной, так и импортной, во главу стола. С этой целью при осуществлении деятельности в сфере международного сотрудничества в области ветеринарии в 2013 году специалисты Рослихознадзора приняли участие в 150 встречах международного формата. В большей степени основными темами переговоров стало обсуждение вопроса выполнения ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза. На сегодняшний день свыше 11 тысяч зарубежных предприятий имеют право поставлять свою продукцию в Россию. С этой же целью Рослихознадзор вместе с аналогичными службами Белоруссии и Казахстана провел инспекционное обследование в 20 странах на 321 предприятии. В результате инспекции 186 предприятий получили отрицательную оценку, 32 предприятия – положительную. Результаты инспекции еще 103 предприятий в настоящее время анализируются. Помимо прочего, в 2013 году временно или постоянно прекратили поставку потенциально опасной продукции на территорию России свыше 1800 зарубежных предприятий. При этом в связи с улучшением эпизоотической ситуации отменено 16 ранее введенных ограничений на ввоз продукции животного происхождения в Российскую Федерацию из 10 стран мира. Работа по охране территории России от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и обеспечение продовольственной безопасности страны осуществляется и на границе государства, в 200 пунктах пропуска и на 144 складах временного хранения. В 2013 году инспекторы службы оформили свыше 240 тысяч партий подконтрольных товаров общим весом порядка 4 миллионов тонн. При этом Россельхознадзором выявлено 1376 нарушений, из них принято 246 решений о возврате, в том числе оформлено 159 деклараций о возврате в страны Евросоюза и 87 актов о возврате в иные страны. Помимо этого, в багаже, ручной клади и международных почтовых отправлениях возвращено и направлено на уничтожение свыше 118 тонн различных видов потенциально опасных товаров. С использованием информационной системы «Аргус» специалистами ведомства рассмотрено порядка 40 тысяч ходатайств на ввоз, вывоз или транзит товаров. Оформлено свыше 36 тысяч разрешений Россельхознадзора. По предварительным результатам 2013 года Рослихознадзором проведено свыше 45 тысяч проверок хозяйствующих субъектов на соблюдение ветеринарно-санитарных правил и норм. В результате выявлено порядка 36 тысяч нарушений. Общая сумма штрафов составила 119 миллионов рублей. При этом была приостановлена деятельность 74 предприятий. Федеральной надзорной службой также проведены проверки 241 органа исполнительной власти в области ветеринарии, по результатам которых выдано 94 предписания об исправлении нарушений. Одним из достижений службы можно по праву считать созданные учеными Всероссийского института здоровья животных в невероятно короткие сроки новых моновалентных вакцин против ящура. Это способствовало локализации новых типов этого вируса в Забайкальском крае и Амурской области, а также на юге страны. Стоит отметить, что в результате вспышки было уничтожено 1500 голов животных, в то время как несколько лет назад Англия при подобном заболевании уничтожила все имеющееся в стране восприимчивое поголовье. Специалисты службы также приняли активное участие в ликвидации последствий масштабного наводнения в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Достигнуты существенные успехи в реализации работы электронных информационных систем Рослихознадзора. Специалисты Россельхознадзора стоят и на страже фитосанитарной безопасности страны. В 2013 году проконтролировано порядка 15 миллионов тонн и 2 миллиардов штук импортной подкарантинной продукции. Общий объем зараженной продукции составил свыше 630 тысяч тонн и около 700 тысяч штук. Как и в предыдущие годы, большинство случаев обнаружения карантинных объектов приходится на продукцию, ввозимую из стран Евросоюза. Это более 50%. Второе место занимают страны СНГ, Азии, Африки и Америки. Карантинные объекты также выявлены и при внутрироссийских перевозках. 25 видов в 5000 случаев. В
В целом при производстве, заготовке, перевозке, хранении и реализации подкарантинной продукции специалисты Россельхознадзора зафиксировали свыше 40 тысяч административных правонарушений. Подведомственные службы лабораторные учреждения провели свыше 2 миллионов экспертиз растительной продукции. Семена – основа независимости страны в продовольственном отношении. Специалисты Россельхознадзора знают, что хороший урожай – залог благополучия граждан. В 2013 году Россельхознадзором в области семеноводства проведено более 16 тысяч контрольно-надзорных мероприятий. В результате выявлено 12,5 тысяч случаев нарушений, свыше трети которых уже устранены. Чаще всего это высев семян без документов, подтверждающих качество и безопасность, реализация семян, не включенных в госреестр, а также нарушение правил ввоза и хранения. Причем с 2012 года количество нарушений возросло в связи с низкими размерами установленных штрафов. Предпринимателю стало проще заплатить, чем выполнить требования законодательства. Между тем, несовершенная законодательная база в области семеноводства сельскохозяйственных растений тоже вызывает особое беспокойство Россельхознадзора. Но есть и более серьезная проблема. В Российской Федерации более 80% семян важнейших культур, таких как сахарная свекла, кукуруза, овощные культуры, ввозятся предпринимателями из-за границы. Причем с каждым годом все в более крупных объемах. Это происходит из-за отсутствия реальной системы семеноводства отечественных сортов и гибридов. В результате создается зависимость многих отраслей производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания от поставок импортных семян. При этом уровень продовольственной безопасности страны снижается. В 2013 году специалисты Россельхознадзора проинспектировали порядка 4 миллионов тонн зерна и продуктов его переработки, из которых свыше 265 тысяч тонн не соответствовали требованиям. Также проверки коснулись зерна интервенционного фонда. Из 4,5 миллионов тонн порядка 20% хранились с нарушениями. Испытательными лабораториями Россельхознадзора проведена оценка соответствия качества и безопасности свыше 42 миллионов тонн зерна и продуктов его переработки. Сертифицировано 23 миллиона тонн. Выявлены некачественной и опасной продукции свыше 2 миллионов тонн. Импортного зерна проконтролировано свыше 1,5 миллионов тонн, из которых порядка 44 тысяч тонн оказались некачественными и опасными. В последние годы значительно расширился круг стран-импортеров российского зерна. Россельхознадзор внимательно отслеживает продукцию, предназначенную для вывоза из России. Так, при отгрузках проконтролировано 19 миллионов тонн зерна и продуктов его переработки. При этом выявлено свыше 1,5 миллионов тонн некачественной и опасной продукции. Еще одно приоритетное направление деятельности – земельный надзор. В этой области проведено более 41 тысячи проверок, выявлено свыше 22 тысяч случаев нарушений. Нередко их совершают иностранные граждане, захламляя земли отходами производства и применяя пестициды, не имеющие государственной регистрации. Совместно с подведомственными учреждениями отобрано свыше 25 тысяч почвенных образцов на агрохимические показатели. Результат оказался неутешительным. На площади в 28 тысяч гектаров отмечено снижение плодородия почв, а на 11 тысяч гектаров и вовсе загрязнение опасными химическими элементами. В результате всех нарушений земельного законодательства вред почвам нанесен на астрономическую сумму в 11 миллиардов рублей. Также Россельхознадзор продолжает выявлять несанкционированные карьеры по добыче полезных ископаемых. В этом году обнаружено около 300. Из положительных моментов усилиями Россельхознадзора вовлечено в сельхозоборот 654 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и ликвидировано почти 1500 несанкционированных свалок.